Всем приветики, дорогие друзья. Привет. Есть? Ой, привет вам из солнечной прекрасной Турции. Наконец-то и Турция вступает в праздничные дни, посвященные встрече. Всем детям Дед Мороз принес конфеты. А Лизе что? А Лизе? Сейчас мы раскроем, посмотрим, какие подарки Лизе прислал Дед Мороз. А Лизе книжки. А Лизе книжки, учебники турецкого языка. Вот так вот. Ой, спасибо, Дед Мороз. Да, друзья, значит, у нас тоже начинаются праздники, так же, как у вас они более затяжные, здесь они короче, раз в пять. Их нет. Да, их не, фактически нет, то есть всего два дня праздников в Турции. Да. Но нет праздников, не празднуют, здесь нет праздничных дней. Ну, для нас два дня. Вот, у Лизы выходные, у Сережи выходной, а я всегда выходная, у меня всегда праздник. Сейчас с вами промчимся. Так, машина арендная. Новый год, да, сейчас покажу. Вот люди ходят в шортах, в майках. Сейчас, кстати, в шортах ходят только приезжие. Да, нормальные люди, такие как мы, ходят. Местные знают уже погоду, по-другому одеваются вообще. Так вот, друзья, о чем я хотела сказать. Машина арендная, мы взяли на праздники в аренду. Значит, куда мы едем? Мы едем сейчас немножко себя побаловать. Очень плохой вид, когда отсвечивает. Ну, сейчас. Сейчас, подождите. Сейчас такой повернем. Свет прямой. Сейчас. Да, это отсвечивает. Да, ладно, нет. Мы тебя видим, что ж ты нам сигналишь. Значит, едем мы сейчас в центр, перекусим с вами, очень хотим кушать, перекусим что-нибудь вкусненькое, потом поедем по магазинчикам, пробежимся, побалуем себя какими-нибудь новогодними маленькими подарочками. Я подарю Сереже, Сережа подарит мне, я подарю Лизе, Лиза подарит мне. В общем, все друг другу будем дарить какие-то маленькие подарочки, кто что хочет. Новый год это, ну, это, знаете, не юбилей, не свадьба, это просто знак внимания. Мы с вами вместе поедем, если магазины сегодня работают, я надеюсь, они сам работают. Сам праздник мы отмечать не будем, то есть в том плане, как, застолье, как все, да. Все его представляют. Застолье, оливье, выпивка. Не будем этого делать, проявим солидарность с теми, у кого этот Новый год не совсем, чтобы удался. Вообще не удался, да. Ну, я так, подбирая слова. Да. Да, то есть, как бы... Ребят, будем с вами на одной волне, то есть те, у кого не самые яркие моменты в эту ночь. Вот. Поэтому проведем мы Новый год в машине, мы будем ездить, покажем вам, как турецкий народ здесь вот в Алании празднует Новый год. Наши люди тоже, естественно, здесь очень много. И мы будем ездить и показывать всю ночь вам. Я думаю, это будет гораздо интереснее, чем просто сидеть за столом и, извините за выражение, кушать. Вот. Пить мы не пьем, нам не интересно. То есть ни алкоголь, ничего. Поэтому мы решили провести его в машине. Будем. Я думаю, это будет интересно, прикольно. Вот, Мухича взяли, Мухич с нами в деле. Поэтому и Мухич, и мы будем вам показывать, рассказывать, где мы ходим. Все. Хорошего вам приятного просмотра, хорошего отдыха. С наступающим, не да. Так, нет, это, наступающим. Нет, мы уже это с наступающим, сейчас все каждый день поздравляют с наступающим. Выпуск выйдет уже после Нового года, сегодня мы уже сказали, что мы уже ничего не выпускать не будем, поэтому этот выйдет уже в 23-м году. Так, друзьяшечки, мы приехали. Ничего, мы такого слегка зеленоватого цвета, Лизок тоже после болезни. Я самая зеленая. Да, это зеленка. Ну ничего, мы сейчас ее выгуляем. Может, камеру подели, что такая-то мутня. Сейчас. Нет, у нее просто засветки. Засветки, да. О, все, круто. Палец решает все на камере. Так, приехали мы в центр. Сначала мы хотим кушать. Мы идем сейчас кушать на Бастион. Проходим мимо Харбора. Мы здесь уже были летом, если что. Кому интересно, посмотрите. Мы там кушали, ужинали. Приехали к Красной башне. Кызылкуле называется. Так, все, поворачиваю камеру. А то постоянно наши физиономии, наверное, надоели вам. Ну что? Зачем ты так сидишь? Сережа анекдоты читает. Ему там присылают какую-то тупню. Ну-ка.
Расскажи в анекдот. Мама говорит, сынок к маме обращается. Мама, я на Новый год хочу котика. Мама сидит, занимается делами. Не выдумывай, сынок. Будет оливье, как всегда. Шутка за 50. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Алло. Это ты не туда кто? Прикладываешь ухо. Ты ухо не туда прикладываешь. Короче, приехали, идем сейчас перекусим с вами и помчимся дальше. Наши предновогодние хлопоты. Не понимаю, почему засветка неба идет такая лютая. Так, что у нас? Людей много, немного. О, класс. Что, класс, кто-то купается? Нет. Ну, да, только. Наш любимый пляж, Динас. В мае приедем. Чистейшая, да. О. Не так уж много людей, что не может не радовать. Ты социопат? Я социофоб. И социопат, и социопоп. Поп, социопоп вместе взятые. Красотища. Я все правильно сказал. Ты социопат? Да. Как-то тут свободно стало, пообрезали вот эти оливковые деревья. Здесь такая роща была сумасшедшая, вот видите, все пообрезали. Ага, ну, пообрезали, значит, знают, что делают, я так считаю. Так, интересно, есть ли там места в нашем любимом месте на Бастионе? Так, по-моему, все занято, но мы сейчас посмотрим с вами. Кафе Торсоне. Обожаем это кафе за его цены. Посмотрите, какие цены приятные. Да вообще не выросли. Чуть. Меньше стали. Меньше. Наши блины, которые мы заказывали на 10 тысяч, подешевели. Да. Смотрите. Наше любимое кафе, потому что здесь дешево, вкусно и красивый вид. Так, значит, короче, Сережа с Лизой пойдут в машину. Сейчас принесут Мухича. Друзья, сегодня... Почему бы нам не полетать с вами, правильно? Такая погода шикарная. На улице, кстати, плюс 20. Сейчас я вам покажу в этом... Сейчас, секунду. В нашем любимом кафе бананчики. Видите, какие раскрылись уже. Видите, какой цветок банана. Красивый. Похож на бархатный, да? И вот зеленые грозди банана. Вот маленькие гроздочки. Когда мы тут последний раз были? Месяц или полтора назад. Вот они все время плодоносят. Вот те, это уже новые бананчики появились. Те, которые я вам показывала, уже сняли. Вот, смотрите. Это прям в кафе растет. Покажу вам этот шикарный цветок. Красивейший. Принесли нам сады печи. Смотрите, как они выглядят в идеале, в идеальном исполнении. Видите, они должны быть круглые, наполненные горячим воздухом. Это мы заказали какую-то тыкву. Это салат из авокадо. А это, Сереж, ну покажи свою фирменную распаковку сады печи. Ту-ту! Так, Сереж. Причем здесь ту-ту? Ту-ту похоже на паровоз. Приятного аппетита, Сережа. Горячие. Песочку принесли тоже. Турецкую лепешку. Сейчас беру сюда. Так, все, мы покушали. Заплатили примерно 200 лир за все. Чем люблю этот ресторанчик. Потому что тут очень свежее, вкусное и недорого. И такой красивый вид. И на таком красивом месте. Сейчас пройдем с вами чуть-чуть дальше. По стенке попробуем их сейчас запустить. Посмотрим красоты. Смотрите, видите, развалины. Здесь тоже, я так понимаю, эти же верфи были. Очень похожи. Мы пойдем сейчас к старой верфи. Может быть, даже Сереж попробует полетать, а я зайду вам покажу. Это показывали в самом... Год назад еще показывали вам эти верфи. Но очень мне нам они нравятся. Мы все смотрим, можно ли здесь дрон запускать. Кстати, похолодало уже. То было плюс 20, а вот тут в тени не жарко совсем. Чуть-чуть прохладненько.
Ну что, Сереж, давай я пойду там отвлеку внимание, а вы полетайте. Все-таки решили спросить, можно или нельзя. Как вы думаете, друзья, какой будет ответ? Да, нет, другое. Здесь надо сейчас будет пролезть через вот такой входик маленький, видите? Место для удара головой. Так, да. И вот мы уже вышли к крепости. Вот, чуть дальше пройти. Конечно, скажут, что нельзя. Видите, как красиво. Блин, поехали по магазинам, короче. Очутились опять на исторической части. Так, зашли сюда что-нибудь примерить. Сережа хочет костюм. Я примерила. А, кстати, кто-то нас спросил. Сейчас я скажу, сколько она такая стоит из наших зрителей. Слушайте, все бирки оторваны. Вот я ничего не понимаю. 900 лир она стоит. Значит, самый большой размер. М. С. Сейчас, друзья. Л. И С. Вот, все. Больше размеров нету. Это, друзья, у нас просили... по заявке. Кто спрашивал? Да я, зрители просили у нас узнать по этой жилетке. Они нет, общие платья, общие могут быть сделать. А, покажи, какую я выбрала. Себе классную. Такой свитшот. Смотрите, какой крутой. Ну, он крутой. Да. Ну, на самом деле, мы в ЛТБ находимся. На самом деле, кто пишет, и отписали от нас здесь человек из-за этого ЛТБ. Нормальное качество, мне нравится. Списывайте. Да. А мы будем все равно ходить сюда. Так, пошли дальше. А ну-ка. Ковчейка. Сереж, покрутись, покажи, какой большая. Костюмчик. Не кофта большеватая. No brand. Ну давай тебе это. Повернись к нам, ко всем. Ну там плечи твои. К нам лицом. А то синка какая-то такая дурная. Да. Давай тебе тогда эту вверх меньше. Че, такой no brand нормальный, без всяких. No brand. Не, я говорю, без лейба всяких, без всего. No brand. Здесь все нормально. Здесь. Ну, тебе пострели, но смотрится. Не, нормально. Я не знаю. Че, будешь брать, нет? Что конкретно смотрится? Кофта. Нет, нормально. Нормально, эта кофта лучше гораздо смотрится. Та вот такая здоровая лучше. Болталась на папе. У него есть здесь, вот он. А на это я не знаю, должно быть тоже здесь. Но... Да это не важно. Главное, как оно сидит, ну, и как это оно как смотрится. Цельный костюм, наверное. Короче. Да, но на кофте должно быть нормально. Тоже здесь. Но не видно. Не вижу. Ну, не видно. Все, короче, берем. Но они могут в таком месте сбабахать. Что... Или на спине. Живот в тени. Живот в тени. Или у тебя... Все, какой все. Живот? О чем ты говоришь? 50 лет человеку, видите? Так, все берем, давайте. А то это самое. Нам еще несколько магазинов надо заехать. Мне нравится. Ну и нам нравится, нормально. Ну, отлично смотрится, согласись. Да, классно. Мам. Тебе такой нунчаки еще. Чук-чук-чук-чук-чук. Ну, ты похож, знаешь это. Ты не обязательно нечаки. Да ну, слушай, ну, знаешь, просто выйти в нормальном костюме, чтобы не было там Adidas, передать. Угу. Ну, аккуратненький, классный костюмчик. Вообще. Сейчас посмотрим. Берем вот эти, Сережа костюм и мне вот эту пайту. Короче, взяли три вещи, и нам новогодняя скидка 30% со всего. Что, не может не порадовать, да, Лис? Считайте, у нас на 1000 лир мы купили, и 300 лир... И 300 лир на скидка. Ля-ля-ля. Супер. 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 Новогодний шопинг продолжается. Сейчас вопрос. А чё Лиску ничего? Вот пусть она сама ответит. А чё Лиску ничего? Говори. Мне что-то другое перепадет. Видите? Она не хочет. Я что могу сделать? Она держит это. Интригу. Мчимся дальше. Новогодний шопинг. Дальше что-то еще будет получше. Да. А вдруг за поворотом что-то будет лучше. Так, поехали дальше с вами. Покупаем подарки себе. Так, а стойте. Ты немножко воспряла духом, да, мам? Да. Приятно, я порадовали? Очень, спасибо. Вот, пожалуйста, предновогодняя Алания. Пока еще людей не очень много, может быть, все просто готовятся. Даже сказать, вообще немного на улицах. Так, сейчас нам там
чек на оплату, надо искать парковщика. А, вот и парковщик. Так, приехали к Аланиуму. Сейчас заскочим в аутлет сюда вот. Посмотрим, может, обувь какая-то. Хотя надежды особой нету. Потом помчимся с вами в торговый центр. Еще там посмотрим. Косметику Лиза хочет. Ну, в общем, сейчас, друзья, все покажем. Так, что тут есть? А тут распродажа, распродажа. Так, вот опять, видите, это уже барахлище это все со скидосами. Давай. Женские туфли хочу. Три штуки. Размер 42, 45, 46. Да. Купили, купили, подарки купили. Моя? А? Моя? Твоя, да. Поехали. Купили подарки. Лене купили кроссовки. Лизе купили. Лизе купили. Что, Лизочка, тебе купили? Мне толстовочку. Что, ну, покажем. Машину, или что? Ну, давайте машину кинем и пойдем дальше гулять. Сегодня гуляем. Новогодние покупки совершаем. Ты же не показал, что мы купили мне? Какие классные кроссовки. Как эта фирма называется кроссовок? Pull & Bear. Как? Pull & Bear. Pull & Bear мне купили. Видите, какие крутые. Ну, это кеды. Ты себе показываешь или зрителям? Да, кеды. Молодежь. Я теперь под молодежь кашу. Понятно? Teenager. Потом я их одену, покажу, как смотрятся. Классные. Селебрити ходят таких. Они турецкие. Да, чуть-чуть? Да, да. Чуть-чуть. Говорю, турецкие селебрити в таких ходят. Теперь ходят, я тоже ходят, хожу. Да. Так, бежим дальше. Наверное, мне из курточку возьми или не надо. Да ладно, я добегу и так. Посмотри. Пошли дальше, гуляем. Что? Кому еще подарков не купили? Мы всем купили, всем, да? Частично. Ну, мне меньше всего. Больше всего сегодня мне досталось. Мне пока одну. Больше всего сегодня мне повезло. Ну, ничего? Ничего. Ехать будем? Обзорочка по городу. Ехать надо? Новогоднем торговом центре. Зайдем сюда в Techno SA. Посмотрим, что тут почем. Телефоны Apple 12, да, 24999 получается. Это 12 обычный. Колоночка. Сколько стоит? 779 JBL-ки, да? 1000. Ага. 3200. Ну, она не очень, она похожа. 800. Людей много. Здесь как сам по себе Новый год. Они не празднуют турки, но людей много просто потому, что выходной день. Так, ну что, что, поднимаемся наверх? Магазин сладостей. Все, что хотите, здесь огромнейший. Это Carrefour, большущий, огромный. Нигде не раздают, а здесь раздают прям все. Да что ты думаешь, раздают? Ну, пойдем, может, тоже нам раздадут. Ну, Бойнер, конечно, елочки. Стоят наряженные огонечки, красивые аксессуары. Немного, но хотя бы есть. Пару елочек. Давайте посмотрим косметику. Клиник, Ланком, Estée Lauder. Ой, пахнет как ароматы, и какие приятные. С ума сойти. Так, а что здесь есть? Тушь. Вот такая тушь. Не знаю. Лиза, ну открой, давай посмотрим.
какая здесь косметика. А куда ты ее достала? Вот достала, вот там стояла на стенде. Да, вон девочка, посмотри, она разложит сейчас все, что есть. Может быть, что-то подошло за есть набор такой, да, фестивал. Это хорошее? О, да, я уже купили здесь вот этот вот набор. Вот весь набор, короче, обойдется 365 лир. А одна тушь сама по себе стоит 500 с чем-то. Если берешь ремовер и что там она стоит? Крем. И крем, да? Ну, это как пробники. Тут можно, допустим, попробовать и попользоваться. И если, допустим, подойдут, ну, нормально. Я посмотрю. А ну, посмотри, что это здесь. Очень объем. А, да. Сколько они сейчас стоили? Они 2400 стоили летом. Сколько сейчас со скидкой? Ук. Так же стоит 2400. А, друзья, помните, мы с вами видели в метро вот такая вот штука продавалась за 800 лир. Ну, вот надо знать места просто. Так, это мне купили. Может быть, лиску что-то. 1199. Такие желтые, кстати, прикольные. Это очередь Бойнери. Обратите внимание. Просто капец. Я такого здесь еще никогда не видела. Это не самый дешевый магазин. Здесь, ну, как бы за дешевизной никто не гонится. Спасибо. Не такие, конечно, дорогие, но мелочи, приятные мелочи. Давай покажем, что мы купили. Наборчик. Набор Estee Lauder купили. Вот. Тут к туши нам дали еще смывалку, да, для глаз и крем. Еще фирменные носочки. Спасибо. Под мои новые кеды. Вот такие фирменные красивые носочки. Из Polo. Да. Так, спасибо за подарки. Но Лиза еще хочет что-то. Извините. Пошли вниз еще на первый этаж. Да. Еще что-то она из косметики, она здесь не нашла, короче, себе. И идем еще вниз. А может быть, вы здесь бы тени спросили? Папа, нам сегодня дарит подарки. Лен, что мы хотим? Сколько она может стоить? Тени могут быть здесь? Сейчас посмотрим. Но... Ты что хочешь найти? Здесь нет тени. Да, пап, вот, нет. Знаешь, они могут спрятать все. Нет. Да, конечно, в магазине прячут. Ну что, есть что-то? Ничего нету, видите, все поразгребли, как будто это последняя косметика вообще в этой жизни. Есть, которые мне нужны. Типа фиолетовые с блестяшками. Жай, ну сама выбирай, смотри сама, что тебе надо. Я тут, как говорится, тебе не советчик, потому что здесь и так нифига нету. Revolution какая-то фирма. Ну такая недорогая косметика, Watsons. Кто знает этот бренд? Лиз, вот смотри. Что? Не пойдет? Нет, нет, Smoky ужас. Ice. У меня есть такие цены. А вот много всяких. Детский магазин. Обратите внимание, просто игрушки. Посмотрите, какие очереди. Так что... Бухают. Нет, секунду. Некоторые уже все. Некоторые уже обухали. Уже ночь на дворе. Мы еще по торговым центрам ходим. Так что, друзья, мы все. Мы с покупками. Всех... Уже вас уже с наступившим, потому что это видео выйдет. Уже ночь на дворе, однако. Так, все, всем пока. До следующей серии. Следующая серия. Анонсирую, как празднуют именно новогоднюю ночь в Турции. Уже встретимся с вами ночью. Всю ночь будем ездить, веселиться. Да? Будем веселиться и ездить, да? А ну кто тут недовольный? Я не поняла сейчас. Сейчас опять начнем на себя пихать. А? Давай, пихай на себя опять. Ты в каждом магазине меряешь бейсболки. Видите, какие прикольные. Не, они крутецкие. У кого? Беднякова. Беднякова, да. Супер. Да, он еще такой делает козыречек. Класс. Да, точно. Такая же башка бритая в этой, как ее, в сеточке. О, ламовинка. Да, классно.
Все, друзьяшки, сейчас нам сделают кофе. Сегодня у нас куча новогодних подарков. И еще я здесь в аутлете купила себе класснючие, охренительные очки от солнца. Потом покажу, на следующие влоги уже буду в них. Я думаю, вы зацените. Очень классные. Была сумасшедшая скидка на них. Stradivarius фирма. И я сразу их схватила, потому что... Лиза просто, как бы, ну, знаете как, кто что хочет. Лиза как-то вот ей не... Она взяла себе там косметики, ну, кучу всякой. Ну, хотела себе косметику взять, но тоже рассчитывала на одно, а все равно по итогу немного другое. Сейчас такой какой-то грабеж, да? Да, грабеж. В магазинах, как все... Все яркое, светящее, все ушло. Куда? Здесь корпоративов я не видела. Да. А, ну, может быть, проводятся, конечно. Нет. Я думаю, что при отелях... Здесь практически постоянная проблема почему-то в магазинах косметики, что больше половины вот, косметики вот, нету, отсутствуют, там пустые полки. Я не знаю, чего. Да. Никто не красится. Они всегда ходят в вечерний макияж. Да, 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 они любят краситься. Вечерний макияж всегда. Может, в интернете еще глянуть, какую-то палитру. Да, да, посмотри. Ой, так рада, мне сегодня больше всего досталось мне. Мне и косметика, и очки, и обувь. И что-то мне еще, свитшот мне достался, да, кроссовки, очки. Вообще. Там душ нам на двоих. Да, на двоих у нас Estée Lauder, класс, вообще. Не, он был такой, не такой. Да, очки, вообще, очки потом сливалка, покажу. Да. Давай, открой, покажи. Да ну, жалко, да что. Кстати, ценник на него вообще нормальный. Ценник странный, очень, в плане то, что не да, давай распечатку сделаем. Мы даже не открывали, купили, не смотрела. Давайте посмотрим, что здесь. Больше девочкам, конечно, наверное, будет интересно, что мы здесь купили. А мы сейчас вот распечатку делаем. Крем такой. А, смотрите, какой кремчик маленький. О, боже, о, боже мой. Это тоже что? Открой вот это, что есть. Полкило тебе подарили, какие деньги? Вот, ты уж смотрите, Estée Lauder. Не, ну это мощнявая, это люксовая косметика. Это не абы какая. Мы знаем все со зрителями, что это люксовая косметика. Просто я всегда стараюсь ее брать. Вот такая маленькая смывашка. И это все дешевле. Чем одна тушь. Чтобы она, не дай бог, не промокла. Да. Но если промокнет, то эта бумага ее спасет. Да. А, все, смотрите, у нас уже все. Кофеечек, чаечек, морковный торт. Ну, сейчас будем и морковку положили, да? Так, все, мы довольны шопингом. Ставьте лайк, кому понравилось, пишите комментарии по поводу наших покупок, по поводу настроения и все. Кстати, я надеюсь, у вас новогодняя ночь хорошо прошла. Пишите, у кого как. Кто откуда и у кого как прошла новогодняя ночь. Я говорю, пусть зрители пишут, у кого как новогодняя ночь прошла и кто откуда. Давайте посмотрим, откуда мы все. Вся наша банда ютубовская. Так, ну все, мы пьем кофе, чай и до следующего выпуска. А следующий выпуск не пропустите, потому что будет очень-очень интересно. Мы вам сделаем красоту. Все, пока! Пока! Пока!